Всем привет! Недавно случилось нечто ужасное, и я стал свидетелем того, как известный стример по игре The Isle использует читы. К моему сожалению, этим человеком оказался SkyTop Games. Он использовал их прямо во время своей трансляции, играя на Рексе. У него была бесконечная стамина, возможность восстанавливать здоровье и телепортироваться. Честно говоря, я в полнейшем шоке. Это все я заснял на видео, старался максимально молчать, дабы вы слышали реакции его подписчиков. Просто смотрите видео. Нет, я бы Sky оживлял, типа, когда он... Ой, ёптить! Это SkyTop Games. И он читер. Или же нет? Может, он просто хитрый жучара? Давайте с вами это выясним. Да не могу на сервер пробиться, блядь. Тут Рекс просто подошел. А чё, Рекс просто так, как бы труп ест, да, нормально? Да. Кусаем его, конечно, кусаем. Чё он трупы наши трогает? Сначала должен был прогнать, а потом есть. Давай, Шадоу, пошел. В спринте. Давай, Шадоу. Шадоу, я хочу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут и парик маленький гуляет. Было опасно. На парике выживать очень сложно. Одному. Ля, вы чё так, пацаны, тэпаетесь-то, а? Тихо, тихо. И желательно как-то запарить. Ай, Шадо, молодец, а ты чё делает? Выживал. Просто уничтожает. Он там и от спинычей у меня убегал, и от всего такого. И тут я красавчик, спавнюсь, красавчик. Просто сижу под кустиком, смотрю, сейчас мы тоже, может, пару раз укусим. И тут, ну, короче, почему-то у меня сразу пол хп, почему-то нет, я смотрю, ко мне. Так, так, а ну-ка, может быть, через правую ему лапку так пройти осторожненько. Меня вошли. Чисто, чтоб не накусывать. Я встал, два шага сделал и умер. А хотя, о, Шадоу, смотри. Ванларион, Шадоу или я? Неудержимый просто, неудержимый. Нет. Ой, сейчас, а, это правый, не попадет. Нормально, нормально. Он просто взял, подошел и начал жрать нашу трупу, а потом еще начал на нас кричать. Да вообще наглый Рекс. Скажите, пожалуйста, на через какую ногу у Рекса хитбокс огромный? Так, дай парочку разочков куснем. Валим. Левая нога равно смерти. Это у всех динозавров. Хватит с тебя, хватит. Левая пятка к смерти. А левая с его стороны или с моей? Ай, Шадоу вообще, нет, смотри, что делает. Прям не жалеет, но вообще не жалеет. Но никто ж не знает, играет, что это SkyTop, никто не знает. Да. О, ориентироваться надо сзади, потому что, ну, ты, ну, не спереди же будешь ты к нему заходить. Ну да, это уже верно. Не, ну он там накусанный уже конкретно, конечно. Да. Уже давай, даже мне нет смысла вставать накусывать. А он просто так сдох. Он очень далеко. Здорово, Скай. Ну вот то же самое. Да не, не попадешь ты так, не попадешь. Нечестно. А, кстати, я знаю, как на Алике убивать, Оп. Здорово. Чё, как то ничего? Подходишь к хвосту, поднимаешь камеру... Скай, у тебя, по-моему, проблема. Опа, чё ты сел-то? Не знаю, на делке это будет работать. А чё он сел? Говорит? Маленький тлер. Да. Я зашел, дайте по... Говорит, зашел. Я же жук. Закончил файт, и ничего. И все, просто стоит. Уси. Я тебе кинул, Пати. Так, левая нога, я буду кусать правую. Что он что-то писал, я не понял, что. Ну ладно, пока он покажет. Ребят, чекайте глобал. Чекайте чат просто. Он пишет файт. Файт, давай его покажем. Рекс пишет, дил и мир. Да, конечно. Так, надо эту ситуацию как-то спасать, наверное. Я его просто за ляжку грызу. А, это что писал Дилый Мир, нет? Нет. Ля, накусывают его и все. Они не знают, что это SkyTop, они это не знают. Так, ну-ка. Скайраптор, да, тут есть какой-то человек Скайраптор. Скайраптор писал. Спасаем. Чипуль? Так, а нет, а у меня пишет конкретно SkyTop Games. Странно. Я сейчас скрин сделаю. Втыкайте, втыкайте. Да он уже вытащил. Чекайте. Нифига себе, а чё он? Ты читер, походу. Это пиздец. Почему?
Урона смотри, нет вообще. У него все царапины прошли. Иди ко мне, мармеладка. Буду наказывать. И блит прошел. Теперь у меня... А теперь я крыс, нет, надо админам сейчас говорить. Это по-любому читак, слушайте. Да. Так нечестно. Я с Сашей разговаривал недавно, он говорил, да, опять читеры. Рекс читер, все. Смотрите аккуратно, у меня может бесконечно. Я вообще не шарят. Что-то я думаю, он это какой-то спокойный. Бля, в чат пишут, Рекс читер, ой-ой-ой-ой-ой. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой бы Рекс... Сейчас привлекут всех админов сюда. Короче, ну что, Скайтоп читер. Все. Рекс читер пишет в чате. Сам себе хил прописал. Ой, чую, сейчас натворим мы дело. Ну ладно, распохилили, может мы его накусаем немножечко. Чисто для вида. Или как? К админам все равно, говорит. Админы, походу, выкупили фишку. Просто хочется от этого Рекса просто взять. Я надеюсь на это, я надеюсь он на это. Он без прав играет. Ну это бой с подписчиками, поэтому это, ну так сказать, пранкулик такой, наверное, что-то типа такого. Что-то задумал Скайтоп интересное. Ларион, он же ж админ? Нет. Нет. Пиздёж и провокация, нет. Ларион? Нет. Он Ларион, он админ? Нет. Нет. Если... Ну, у Юра админка для съемок видео. Красавчик, стример. Красавчик. Точно бан никому не... Просто слушайте реакции, я тут помалкиваю. Глянуть, на всякий случай. Я тут просто помалкиваю, слушайте реакции. Вот реально, ребят, которые не в курсе, что это Скайтоп, он сначала и на Донте заходил, ой, господи. Он сначала и на Анкиле заходил, и на Алике. Чего он так не творил? На Сабике приходил. Сейчас, наверное, бесполезно сейчас бегать, кусать его за куски. А все думают, что он на дилке с нами. Он не кровотечит. Но он, походу, смотрите, он когда садится, видите, да, он чит прописывает. Чит, говорит, прописывает. Чему же еще раз его хит? Да не, нормально он. Нормально, там у него потом будет экран третий, я его хильну еще раз, может быть. Уходите оттуда, меньше смертей у вас будет. И... Давайте, я хочу добиться, чтобы его забрали. Да, но он блидит, блидит хорошо. Течет, течет хорошо. Мне кажется, он вас поубивает быстрее, чем... Надо будет разочек как-то ему зайти хорошенько так накусать. Ну, нам, если его забанят, то нам вернуть динозавра. Скайтопа забанят. У меня отвяжут. Ля-ля-ля, побежали. Ля, что делают? Ошибки не прощают. Ошибки не прощают. А почему? А, так, ну вроде админ за нами следит. Ля, даже не байтится. Он видел то, что выдали этот, ну, что он читерит. Админ, говорит, за нами следит. Ё-моё. Как? Царапин? Чуть-чуть пишет. Рекс читак, ты просто нагло... Это я пишу. А почему Рекс одновременно с тобой написал, что он за тебя пишет? Как? Не, а ты что, не видел, что ли? Я тоже там написал. Сейчас. Нет, я вижу только... А, ну честно, признаюсь, я на Герке вообще, все. На Герке? На Герерочке, да. А, правда? Да. Выкрутился. Какой маленький секретик, не обижать. Тупо выкрутился, хорош, хорош, хорош. На дилках мне вообще не везет играть. То есть ты просто сказал, что ты зеленая дилка, чтобы нас всех пытались убить вместо тебя? Не поворачивайся в мою сторону. Хорошо, что вы мне голову не отгрызли, пока я тут бегаю рядом с вами. Интересно, догадывается, что это я на черной дилке? Не придумал ей нормальное правило. Все берут динамики. У меня сломанный скин. Во время и так у всех одинаковые скины. Чё-то с его читами не то, да, смотрите? Чё-то не хилится, Рекс, да? Чё-то он не хилится, странно. Не хилится? Ну, вроде хилится. Может, какой-то наразовый чит? Одноразовый читак. Гусь, гусь, гусь. Давай, 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 давай. Куси, Скайтопа читера, куси. Чита его реально не спасут. Да все, габело. От бана его точно не спасут. Сейчас, поэт по-любому, на бан не закрутили. Че-то у него по экрану тут третий. Ну, я написал. РЖ, вы можете... Так, я не понял. И вообще всем пофигу то, что он читы использует. Ты нифига там дилка тэпается, ё-моё. Вообще ничего не осталось. Вообще. Вообще.
Забайтесь, забайтесь. Кто хвост ему зайдет? Я просто... Он сейчас, кстати, мог меня поймать. На самом-то деле. Хотя можно. Ну, вроде блит проходит, видно, но непонятно немножко. Можно, можно я сейчас попробую ему хвост зайти? Барабанный дробь, давай идем сейчас. Все, хил себе прописывает, смотрите. Смотрите, читак, хил себе прописывает, по-любому сидит. Тихо, аккуратно, отходите. Вы, блин. Вы как же близко было. Так, так. Там много кровяки уже. Вся жизнь диафразавра перед нам прилетела. Ну, сейчас облиды. А скажите, насколько была я учась? Чуть-чуть погрызем тоже, чуть-чуть погрызем. Я видел, что она была, но насколько близко я не заметил. Это вообще что-то с чем-то. Но если бы он сейчас на левую кнопку мыши бы нажал, он бы меня бы за хвост укусил бы. На левую? Ребят, прикройте меня на герочке, не нападайте на Алекса. Хорошо, ладно. Я это Саше напишу, потому что, ну реально, читерство надо уничтожать. Читерство? Ну 100% читерство, ну как давайте, это еще назвать? Давайте, давайте. Сядьте, я вам герочку, со мной походите. Ляжу какой, а? А то сейчас он еще... А то он на спринт может просто побежать. Скай, это ты, да? Вон, Геррера. Да. Вот, это он на спринте. Понял, принял. Так, ага. Понял, принял. Сейчас все сделаем. А где тут парик? Я его не вижу. Что-то. Сейчас все сделаем. А. Врубаем читы. Угу. Есть. Рекс. Рекс опять отхилился, втыкайте. А, он не может, кстати, на нас напасть. У нас файт. Он себе хил вы... Ах ты ж. Опять, что ли? Да, опять хил. Я Саше написал, короче. Я сразу не парюсь, я пишу Саше, админам не пишу, сразу Саше. Хорошо, ладно. Саша быстро реагирует. Саша, да. Саша вообще молниеносно. А то тут беспредел какой-то, читерство. Да. Бился этот файт 2 дня. Читер пишут. Ну, чё, ребята, какие у нас эти планы-то? Этого читера надо наказывать как-то. Да, в котле сварить. Не, ну это бан, это бан перманентно. О, боже, это бан перманентно. Кого убили-то? Не увидел. Ты шефа, что ли? Нет, я живой, я зеленый. Блин, жалко. Да не кусайте ж вы, блин, через текстуры-то, ё-моё. Спина и Карна, просто зрители такие. Это точно всех забанят. Не, ну знаете, он читает. Всё, давайте напишем. Вайл, давай, беги. Я выжил, я бегу, убегаю. Ему, видать, это надоело то, что я его за хвост тяпаю. По сути, если это действительно нарушитель, то нарушать самому нельзя, потому что отлетят в бан все. И сам нарушитель, и вот те ребята, которые... Ну, это же нарушитель, значит, можно против него нарушать. Нет, нельзя. Нельзя. На меня велик согрелся, ты что? Ну, если взять ситуацию, если это действительно читер настоящий. Или там он что-то нарушает. Не, нельзя так делать. Потому что отлетят в бан все. Я всегда смеялся, когда говорили... что велик сильный. Не, ну Джувик он может убить. Но когда... Сам ощутил, когда он на тебя напал, да? Да, вот это стрим на ютках. Че, мы хил будем еще ему прописывать? Он читерит, и мы читерим. Не, нельзя так делать. Просто пролетает такая зеленая тень через пол экрана и надпись о смерти. Что самое интересное, когда ты покупаешь велик и играешь на нем, урон не такой огромный, как у... А что может этот, слушайте, прикол. А давайте его тэпнем, короче, прям туда. В этот самый... В здание. Давайте его в здание тэпнем по приколу. Опять прописывать. Как думаете? За это можно, ребят, даже лайкосик проставить. Мы сейчас его тэпнем вообще в здание туда. Ребята, охерели, прикиньте. Рекс читер, сам себе прописывает хил. Еще и, короче, сейчас все сделаем. Давай попробуем. Единственное, что я туда не залезу. Я большой и сильный, я не залезу туда. Сейчас попробую как-то, может быть, тэпнуть его через стену. Но я туда не залезу. Хотя, может быть, я туда сейчас тэпнусь просто, и все, если так можно будет. Я не помню, можно так тэпаться или нельзя. Но сейчас я попробую просто аккуратненько выйти, чтобы никто меня не заметил, что я это сделал. Если нет, попробуем через стену.
Хотел сказать, где Рекс? Кусь? Тут вот, около стенки трется. О, я его куснул. Куснул, говорит. Это я на дилке был, я куснул. А почему я? Так, ну давай попробуем. Что? Почему я тут? Да ё-моё, не. Да не, не убили меня. Я живой. Не тпется. Ну, аватар. Давай его похилим, короче. Может, он просто в админку зашел? Ага, прописался. И скопируем вот эту вот надпись. Команду, вернее. И попробуем сейчас его сюда тэпнуть. Ну, не тэпается у меня нифига. И зайти я сюда не смогу, потому что я большой. Надо каким-то маленьким джувиком сюда заходить через текстуру. Может, так получится? Когда-то у меня получалось так сделать, но тут слишком багованная текстура именно перед стенкой. Ну-ка. Да. Скай, у него твой ник, что ли? Да там Скай Раптор. Нет, не хочет. Скай Топ Геймс. Когда-то нет, получалось, давай еще раз. SkyTop Games, двоеточие, Дилки Мир, три знака вопроса. Блин, ну сейчас если тэпнуть его туда, они охереют, реально охереют. Вот, ну реально, он пишет... А не хочет, не хочет. А можно, в принципе, обойти там попробовать? Мой ник стыбзил. Может обойти, попробовать залезть в дырку, но мне кажется, я не залез. Ладно, пофигу, давайте сольемся сейчас, я зайду на джувики и тэпну его прям туда. Давай, убей меня. Может, у него какой-нибудь скайтопчик. Куси меня. Ну, чтобы не забанили. Куси меня. Может, я не знаю, что там у читеров есть вообще? Какие читы они покупают? На что? Нет, кого? Что, с тебя? Короче, сейчас заходим на джувики Ютки. Тэпаемся туда. Заходим в это здание через текстуру. Тэпаем туда скайтопа и слушаем реакцию ребят. Вообще прикол будет. Это прям имба, а не читер получается. Так, полетели, где у них это все происходит? Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, давай. Вот долго летишь на самом деле, вот, в инвизе. Сейчас где-то рядышком тэпнемся здесь. Вот тут, думаю, пойдет. Было бы прикольно, если бы... И погнали. Админ тут читер украл ник SkyTop Games. Может, это админ? Он понял? Шалить. Возможно. Так они походу... О, говорит, проверим, смотри, админ говорит, проверим. Мне кажется, админы просто уже поняли фишку. Они поняли прикол. Они, наверное, зашли на стрим SkyTop'а и поняли, в чем вообще суть всего происходящего. И они видят, что здесь рядом тоже админ. Ну, как бы, ну, как админ? Не все админы знают, что я не админ, наверное. Давай попробуем сейчас залезть. Где-то здесь, не помню, где именно. В смысле, спина нарушает. Где спина нарушает? От помощи мы не откажемся. Где спина? Сейчас спиннич бы и вообще не влазил бы сюда. Ля-ля-ля, он там что-то на спринте. Забаговался немножко. Что-то он на спринте, а что на спринте? Скайтоп у нас сидит и вытекает. Я ему хил давал. Ля, что делает, скотина? Их видно. Спиннич, короче, решил убить читера. Давай похилим скайтопа. Давай похилим, сейчас убьет его спиннич. Пранк. Пишет. Они этого не видят даже. Давай сейчас где-то... Блин, где-то здесь можно было залезть. Надо быстро залазить. А, вижу. Вот, все, залез. Залез. Так, и тэпаем его сюда. Чпуль! И слушаем реакцию. Могу только своими. Он просто исчез. Чё за фигня? Куда он делся? Это вообще так... Блин, так вообще нечестно. Это ужас. На. Ребят, спиннич в шоке. Да. Он в здании, короче, прикиньте. Как? Да, батя в здании. Идите к окну, подойдите. Где окно? Как? Читами. Он, да, он там сидит нормально. Где именно не видно? Он тут посередине стоит. Вот, кстати, я вот, да, заметил, знаете что, да, я начинаю писать, и Рекс говорит моим никнеймом. Чё за трэш вообще? И реакция, конечно, прикольная, на самом деле. Какой-то максимальный читер какой-то. Особенно в начале, когда я его хильнул. Так, тут спиннич. Спина у меня убил. Да, я хотел это сказать. Спиннич там, конечно, вообще что-то творит. Что-то слышу, убил кого-то. Если бы он Джувика убил меня, это было бы этого... Ля, сидит. Закрыли. Опять украли скайтопа. А что, я не украл? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давай пока. Дюшес уходит, я ему поговорю. А, Дюшес.
Давай, Дюшес. А что спиныч убивает этих убилок, не понимаю? Что, дурной, что ли, совсем? Лайк проставь, что он делает? О, да, точно, спасибо, что напомнил. Да, вот, да, да. Ой! Все, это у меня вот что он делает, зачем? Я уже заранее поставил. Хотя мы тут натворили, конечно, вакханалии, ё-моё. Блин, администрация, которая смотрит этот видос, искренне приносим свои извинения. Ну, правда. Я так понимаю, это был пранк от Скайтопа, поэтому сорян. Сорян, сорян. Ну что, ребят, что будем делать, Саша? Что, возвращаю тогда я Скайтопа назад. Алло. Возвращаю Скайтопича. Да, что случилось? Ну, почему ты заранее? Это был пранк. Я вас всех просто эти минут 40-50 разыграл. Юрий Ван Лорен, прям вообще респект. Видите, а где все? Мой один остался. Вот те ребята, которые не поняли сразу, это как раз те ребята, которые не смотрели стрим, а играли со Скайтопом с закрытым стримом. Вот в чем фишка была, вот в чем пранк. Как я понял, то есть он... Сразу видно, кто из ребят снайперит, а кто не снайперит. Ну что ж, Скайтопчик оказался у нас еще тем жучарой. На самом деле это был пранк, в котором и я случайно поучаствовал, и я решил немного ему в этом помочь. В итоге получилось очень круто. И отдельный респект тем ребятам, которые не знали, что на самом деле происходит, ибо они показали, что играя со стримером, не стрим-снайперят его. Большое уважение таким людям. Конечно же, Скайтоп не является никаким читером. Все ссылочки на него и его стримчик в описании. Лайкосик и подписку мне и Скаю за крутой контент. Обязательно. В следующем видео будет гайд, который вы так у меня просили. Про кастомные рисованные скины. Поэтому поддержите активностью и всех буду ждать на премьере нового видео. Пока-пока.